В этом году в Дмитровскую областную больницу и филиалы в рамках реализации поручений президента по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступило достаточно много нового медицинского оборудования. Последнее вот поступление – это два аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса по программе модернизации именно первичного звена. Да, мы поступили аппараты в наш Синьковский филиал и в Яхрамский филиал. Ну и помимо этого, в течение года, до конца года, еще должно поступить порядка 142 единиц различного оборудования, преимущественно предназначенного для первичного, для поликлиник, для амбулаторий оборудования на более чем на 100 миллионов рублей стоимостью. Новые УЗИ-аппараты – это в первую очередь высокая скорость работы, качество изображения, где четко прорисована граница, что позволяет ставить более точные диагнозы пациентам. Кроме того, сейчас уже приступили к монтажу нашего нового аппарата компьютерной томографии, который будет установлен в сосудистом центре и будет именно обслуживать пациентов с нарушением мозгового кровообращения, с сосудистой патологии. Это намного облегчит и разгрузит наш компьютерный томограф, который стоит в хирургическом корпусе, который испытывает нагрузки практически с учетом еще пандемии, да, значительные нагрузки. На сегодняшний день в системе здравоохранения первичная медицинская помощь является самой востребованной у населения и, конечно же, требует обновления материально-технической базы. Работа активно ведется, и медицинская помощь в округе становится с каждым днем качественнее и доступнее.